я предоставлю слово министру здравоохранения, поскольку Ильшат Рафкатович говорил о тех сложностях, которые бывают. Надо вот поблагодарить. Это не просто министр здравоохранения нашей республики. Он, вы знаете, вот мы создали еще и попечительские советы, да? И вот министр возглавляет попечительский совет Института фундаментальной медицины и биологии. Поэтому все, что у нас двигается, двигается прежде всего и благодаря его поддержке. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Но в первую очередь хотел бы сказать, наверное, что университетская клиника – это наш совместный проект. Это первое. Второе. Я являюсь выходцем из фундаментальной медицины. Мы с Андреем Павловичем с одной кафедры. Я абсолютно отдаю себе отчет в том, что перспективы и открытия, которые будут в новой технологической революции, конечно же, за симбиозом фундаментальной медицины, практического здравоохранения и всех тех наук, которые сегодня, и всех тех специальностей, которые сегодня готовят по-настоящему врача-исследователя и который будет конкурентен завтра. Поэтому для меня больше близки приоритеты старейшей клиники МЭО. Это три кита, на которых держится современная клиника. Это приоритеты на пациента, это образование, это исследование. У нас действительно очень много в республике сделано для того, чтобы внедрить самые современные технологии, которые призваны снизить смертность, увеличить продолжительность жизни. Конкурентным преимуществом здравоохранения Республики Татарстан является то, что сегодня высокотехнологичная медицинская помощь оказывается не только в столице, но и в ряде крупных городов, таких как Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск. И операции на открытом сердце проводятся в трех городах республики. И это очень важно для того, чтобы технологии развивались, для того, чтобы люди, врачи имели перспективы профессионального роста. Я могу сказать, что рентгенно-эндоваскулярная замена клапанов сердца проводится в Альметьевске на базе медсанчасть ОАО «Татнефть». И это их перспективное направление, которое начал в этой клинике академик Ринат Сулейманович Акчурин. И много таких разных направлений, которые сегодня развиваются в наших высокотехнологичных центрах. И на самом деле, конечно, перспективный главный врач – это тот, кто уже сегодня занимается исследовательской работой, безусловно, потому что только это позволит быть конкурентным завтра, только это позволит иметь врачей завтрашнего дня, врачей-исследователей, которые наряду с задачами практического здравоохранения смогут решать и работать над теми открытиями, которые, безусловно, будут в будущем. Я верю в то, что вот эта площадка и наша университетская клиника, она действительно вернет себе имя и будет звучать в мировой медицине. Для этого мы очень много во главе с нашим президентом, конечно же, делаем, и перспективы для нас абсолютно ясны. Приоритеты персонализированной медицины, они прописаны в стратегии 2030 Республики Татарстан, поэтому для нас это стратегическое направление развития. Я хотел бы поблагодарить и ректора Казанского федерального университета, и всех почетных гостей, которые сегодня здесь, на этой площадке. Безусловно, для нас это еще одно перспективное направление, которое предстоит развить. Спасибо вам за ваше участие, спасибо, что вы активно принимаете работу в совместных исследовательских проектах, и хочу вас заверить в том, что наши ведущие клиники и кардиоцентры, и онкологический центр, они, конечно же, открыты для совместных исследований. Поэтому наша позиция – это абсолютная открытость и совместная конструктивная работа. Хорошая всем конференция и пребывание в столице нашей республики, в Казани. Спасибо.